Блин, мне Кара прислал, ты про падение пишу. Когда? Здесь? Мне на товарке. Да, здесь, Оренбург. Потом нас сломали, не блин, помню, что там никого, некому было выходить. Я говорю, давай, транс. А я вышел. Ты не играл? Ты не играл? Просто я удовольствие. Вот честно, бегал, один без. Один на один прессинговал. Еще основу что-то наладить успел. Ну, на первый план сегодня, я думаю, что будет характер. Характер и бойцовские качества, потому что после последних матчей, еще раз говорю, здесь очень важны болевые качества ребят. Thank you.
Надо заниматься просто своим делом. Конечно. Как вперед, так и назад бежать. Игрок «Локомотив» Александр Сирьянов. Александр, ваш впечатление? Да, хороший первый тайм. Забили гол. Соперника красная карточка, я думаю, все под контролем. Надо просто где-то меньше ошибаться в финальной третьей, и все будет нормально. Раз, два, три, ребята!